Теперь мы богатенькие. Можем покупать на этой ярмарке, что захотим. Хочу есть. Праздничные пряники будешь? Ну вот поел, теперь можно и повеселиться. Что это? Это цирк. Цирк — это весело? Да. Хочу туда. Ладно, идем. Денег у нас должно хватить. О, мои новые единственные посетители. Ну, наконец-то. Я вас так ждал. Я просто обожаю маленьких детишек. Держи шарик. Упс. Какая неожиданность. Скорее заходите, я покажу вам мой новый смертельный коронный номер. Это какой же? Буду на вас кашлять. Мы передумали. Ты об этом еще пожалеешь, молокосос. Хаги, ты не обижайся, но мы туда не пойдем. Это плохой клоун. От него ничего хорошего не жди. Подайте что-нибудь на пропитание. Я не ел 7 дней. А у нас нет мелких денег. Нет проблем, парень. Я вам сдачу дам. Спасибо. С праздником. Кстати, хороший костюм у твоего друга. Кажется, у него денег больше, чем у нас. Ничего страшного. У нас их еще много. Хочу, хочу. Что? Игрушку хочу. Пожалуйста, купи мне ее. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит эта игрушка? Это очень редкий экземпляр. Таких осталось мало. Но я тебе не продам. Ее можно только выиграть. А что нужно делать? Нужно ударить вон тем молотком по наковальне. Так, чтобы стрелочка долетела до самого верха. Один удар стоит 10 центов. Ого! Я не смогу поднять. Никто не может. Хаги, ты сильный, сможешь поднять? Ура! У тебя получилось! Мы выиграли игрушку! Это невозможно! Человеку не под силу поднять этот молот! А мой друг смог. Мы хотим эту игрушку. Вы играли не по правилам! В костюме бить запрещено! Но вы не говорили, что есть какие-то правила. Где это написано? Покажите. Извините, но я закрываюсь. Извините, но если вы не отдадите игрушку моему другу, он вас съест.